новогодняя сказка в каждое сердце. Нашим клубом стало доброй традицией в канун новогодних праздников принимать участие в благотворительной акции «Наши дети». В этом году было решено поменять формат и форму проведения акции. Так как на базе учреждения образования «Средняя школа номер 12 города Слуцка» был организован спортивный класс СВК «Слуцк», а данная школа является школой мира, было решено совместно с активистами пионерской дружины, волонтерами отряда «Импульс-12» и юными футболистами подготовить совместное мероприятие. Первой остановкой нашей дружной команды стал Слуцкий социально-педагогический центр. Затем ребята, а также представители школы номер 12. К слову, директор Елена Владимировна Гаврилович является председателем Слуцкой районной организации «Общественное объединение Белорусский фонд мира». Председатель общественного объединения БРПО Шаманская Ольга Владимировна и администрации нашего клуба отправились в гости с подарками в отделение круглосуточного пребывания инвалидов. Затем заглянули в гости в территориальный центр отделения социальной реабилитации. Как всегда, самым кульминационным моментом всех мероприятий стало вручение подарков. Марафон еще будет шагать по нашей стране больше месяца. Хотя и сейчас понятно, что только этим периодом время чудес не ограничится. Спортивно-футбольный клуб «Слуцк» планирует еще посетить другие детские соцучреждения нашего города. Ведь добра много не бывает.